Белая каска, зима белорусская. У палацы Румянцевых и Паскевичев открылась персональная выстава Виктора Барабанцева. Мастак, уроженец Гомеля, головными крыницами натхнения лишить родную землю и ее людей. Ён отримал классичную профессийную адукацию под керавництвом народных мастаков БССР Гаврила Вашенки и Владимира Стельмашонка. Традиции реалистичной школы подтримливая и сегодня. Нередко у своей творчести Виктор Барабанцев звертается до темы белорусских святов. Мастак уважливо вывучая народные традиции и переносит их на полотны. Я люблю зиму. Это такий период, много свят, починаючи перед новогодними и потом уже и новогодние, колядные это святы, а потом еще и масленицы. Это все в зимовый период. Такая. Мне подобается зима. Глубокое отчувание просторы позволяет мастаку адлюстровывать на полотнах шматмерные и разноплановые сюжеты. А кроме святочных гуляний на выставе можно увидеть так само краевиды озер, лесов, полев и весок. Усе окутано белым снежным покрывом.